Рабочий график моих родителей начинается ранним утром. И возвращаются они очень поздно. Папа говорит, что у них очень ответственная работа. Они стоят на страже чистоты. В этом месяце зарплата задерживается. Жители не сдают за техобслуживание. Я не виноват. И все, до свидания. Но мне становится немного обидно за труд моих родителей. Иногда я хочу стать супергероем, чтобы защитить моих родителей. Защитить планету от мусора.